15-летний подросток утонул в Волге у Новочебоксарска. Трагедия произошла днем около шлюзовых каналов недалеко от ГЭС. Несовершеннолетний пришел на Волгу с друзьями. Подростки решили искупаться в неположенном для этого месте. По предварительной информации, ребенок вместе со своими сверстниками находился на бетонированном берегу и в ходе попытки зайти в реку упал и утонул в нескольких метрах от суши. Отмечаем, что данное место не было оборудовано для купания людей. Прокуратура Чувашской Республики по данному происшествию организованы проверочные мероприятия, которые были поручены прокуратуре города Новочебоксарска. В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности как органов местного самоуправления, так и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение подростка в указанном месте. Кроме того, будет проведена проверка условий жизни несовершеннолетнего и наличие за ним надлежащего родительского контроля. Процессуальная проверка, проводимая следственными органами, взята прокуратурой на контроль. По данным МЧС Чувашии, в республике только за 2 месяца на воде погибли 20 человек. Я вам настоятельно рекомендую побольше разговаривать, беседовать с детьми, как себя вести на улице, в местах отдыха, на берегу водоема, в воде. И настоятельно рекомендую, советую детей без сопровождения взрослых не отпускать на берег водоема для купания. Даже находясь вместе с детьми на берегу, при купании, пожалуйста, внимательно следите за детьми.